петь-то? Ой. Она же узнает людей посторонних, то есть ей это Это сразу. узнала меня постороннего. Да. О, вы опять снимать будете? Да попробуем. Опять понабегут. Природа, одержимые природы бесим и будут кричать, хватит издеваться над совой, пустите ее в лес. Ой, да, Юль, пойдешь в лес? Ням-ням-ням-ням-ням. Что-то, скажи, не хочется, да? Не до бубликов сегодня. Погода дрянь, настроения нет, бублик не хотим. И вообще все отвалить. Ну, ми-ми-ми же. Но вчера с ним бегала. Он хочет. Бяку эту помнишь? Кликотать сегодня не хотим. А кликотать как? Ну, вот тогда она прямо же с побулькиваниями. Не помню. Это вот так, что ли? Там даже громче было. Ну, может, это просто на видео эффект громче. Ой. Сейчас упадет. Давай я заберу. Все. Выключили. Ну, ладно. Не хочешь сегодня активно ругаться? Ну, обычно она так ругается. Нет, Так там у нее аж прям с побулькиваниями такими вот, с тремоляциями было. Надо будет посмотреть. Точно, точно. Она вчера в зубах держала бублик и говорила «Угу!» Это была «Ага!» Ага, ну это Да. у меня, да, это у нас есть запись такая. Качают до сих пор, я думал убрать ту запись, которую я вывешивал. Я Ну, качаю до сих раньше пор, там уже много просили, больше да. 1000 уже скачиваний. Юль. Пузика. Можно дать тебе что-нибудь другое. Держи. Но так она его молча держит. Так, конечно. Если начать отбирать, да? А можно я попробую? Поотбирать? Да. Кусаться не будет? Будет. Не, ну она кусаться ей сейчас нечем, но она будет ругаться. Надо только не сильно тянуть, а то он выскользнет. Его твердо тяжело держать. Его аккуратно. Не хочешь что-нибудь громче ругаться, так ладно. Ну, Может, она будет мне повод еще к вам заглянуть. Нежно и так. Хороший бублик какой твердый, а? 20 килограмм там, да. Класс. Я когда назвала ролик 20 килограмм Ага. отнять у совы, там столько побежало капитанов. Это не 20 килограмм, это сила нажатия 20 килограмм. Разумеется. Да. И классный, классный бублик. Прям. Ёль, бублик. У нас было два таких бублика, но я один отнесла в зоопарк, волкам подарили. А я думал, там нас грызло. Нет, ну ей два не надо, вот и волки порадовались, они его быстро съели. Сама как бы намекает. Отстаньте Да. все от меня срочно. Ну, она, я ее только что с улицы занесла, она еще Ну, так пойдет. это. Ну, Ладно, ну что выросло, то выросло. И на том спасибо. мурлочек. Ты здесь красавец. Лохматый. Стрессируется. Юль за ним вчера опять бегала по комнате. Я не буду это выкладывать, потому что люди начнут, а вы там Ой, там мучаете вообще начнется кота. страшное, да. Да. Ой, какой классный мягкий кот. Вот тебя я погладить рискну, ты знаешь. Ну, он не против. Да, ты вряд ли прям так будешь кусаться. Классный кот.
Не, ну чуть-чуть-то укусить можно, скажем, вот, да? Да, нет, не против даже. Нет, меня даже вон повылизывали. Классно. Жирлак. Ой. На мой день рождения его обозвали жирлаком, и все. Он так расстроился, он с нами не разговаривал целый день, то есть не приходил. Он жирлак, он просто лохматый. Не, ну он немножечко, у него пузико расти начало. Теперь он ест. Что? Это, я не думаю, что тебе это будет интересно. Ему все интересно. Ну, посмотри. Нет. Вот так. Отдай. Нет. Отдай. Все, это мурлок. Нет, это моя ветрозащита, я тебе ее не отдам. Как? Как нет? Это что, за ним идти еще, что ли, надо? Да. А так я тебе не дам. Ну и ладно. Вам можно сверчков записать, они да, там. Ну, я их постоянно записываю летом. У меня есть. Где я их только не записывал. Ну, они так хорошо тут сверчат. Сверлят мозг. Да, я тервит специально беру, которые приятно сверчат. А то двупятнистые сверчки, я как-то ночью вставала, я их прям ночью там сидела, доставала всех этих самцов в морозилку, потому что невозможно просто так вообще. Так гадостно кричат? Да. Вот эти хоть... Это как у Толкина описано. Как-то там эти тоже... Какая-то гадостная разновидность сверчков, которых они там называли кровопросцами. Они кричали «Кровушки! Кровушки!» О, кстати, можно записать жабку. Если она будет разговаривать? Она будет разговаривать. Мне тут в зоопарке открыли страшную тайну, почему жабки квакают в руках. Оказывается, это самцы. Когда их жмешь под мышечки, они начинают говорить «ква-ква», сигнализируя, что они мужики, не надо их там с ними спариваться. Так, сейчас надо... Вот это и вот. Вот, так что если жабку вот нажать... Сейчас я включу. Здесь. Кстати, спасибо за контакты с людьми. Я уже со всеми связался. Так, ты будешь говорить? Или ты одной рукой тебя не держать? Вот. Давай еще. Не надо меня насиловать, говорит. Давай еще разочек. Прекрасно. Вот это зеленая жаба. Там еще есть чернопятнистая. Если ее сейчас получится достать. Что-то не по сезону размножаться тебе. Он решил начать наступление. Такую трель замечательную выдал. Да, он такой интересный. Йоль смотрит на нас с неодобрением. Что это мы делаем, да? Вот. У тебя был шанс сегодня. Хрюк-хрюк-хрюк. Чего? Он сверху, он молчит. Если вы это будете увешивать, то наверняка придет еще масса умных людей говорить, как же вы их берете руками, от них же бородавки. О, да, бородавки. Это вообще...
Меня ж тут рогатка укусила за палец, я вот фотографии выкладывала, где там кровь. Там нашелся умник, сказавший, что теперь будут бородавки. Нет, теперь вы будете превращаться в жаб. Ну, это я уже. Умными ночами. Да, нет, это да. Я, в общем-то, не против. Но вот. Было бы прикольно. Ну, да. Ну, вообще, очень прикольная такая жабонька. Правда, его не видно никогда, он все время прячется, поэтому так. Ну, он темный. Ну, не, они меняют окраску периодически, да? В зависимости от грунта, там, от обстановки. Вот, и он такой светло-коричневый получается. А самочка, вот я их взяла вдвоем с самочкой, вот самочка погибла, то есть у нее глисты оказались. Ее всю глистами, мы ее вскрывали, она там печень, все органы вообще были в этих. Ну, это, кстати, вот. К вопросу прелести жизни в природе. Да, вот, то есть они из природы, да, ну, вот. Да. И, в общем, ну, самца нормально, вроде все. Но, то есть глисты у него наверняка есть, но тут вопрос уж. То есть гнать их или не гнать, то есть прогоняя их тоже можно как бы угробить, ну, там, да. Дозировку не рассчитать. Вот. Они же мелкие. Ну, у самки вот просто было там, она вся покрылась именно бородавками, то есть у нее язвы начались из-за глистов, ну, вот да, этих. Ну, там иммунитет падает. Вот, и все, и как бы. Это вот о прелести жизни в природе. Это, кстати, ударило хорошо писать. Да, как да, про вот... обезьянку я читала. Да, 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 да. Как вот этих одержимых природобесием он полечивал, показывая, что содержится иногда. Ну, мне ударило больше всего там, конечно, когда толстая тетенька на попугая села. Вот это меня в детстве впечатлило больше всего. На огромного красного ару села тетенька, да. Как на него? Не-не-не, пусть идет. Как на него сесть-то можно уже? Ну, вот, да. Она села, даже не заметила, и ушла, и все. А там попугай у них по парку просто вот ручной, прям по всему парку передвигался там все это. У тебя такие трели замечательные. Возмутительно, да? Скажи. Он как это гомофоб. Его даже можно понять, потому что у него это переходит часто в активную фазу. Да. Ну, может быть, весной они петь вообще начнут, это уже другие будут звуки. Это понятно. И начал воду в себя спускать. Ну, до весны еще дожить, но, в принципе, я бы с удовольствием, конечно, когда в таких достаточно тихих условиях. Ну, если будут, посмотрим. Там что? Да. Здорово, конечно. Я ну, периодически пишу, конечно, записать водонос, он же иногда мычит у меня, но это нереально, потому что он скажет «му» и вечером. Молчит. Да, и молчит. А заставить его не получается. И куда ты пошел? Ты что-то не туда. Тебе надо вниз. Ну ладно, вот он слезет, да. То есть зеленый уже ушел. А, ну он обратно свой этот горшочек с растениями. Зеленый горшочек. Да, он там. Цветочком. Вон он сидит. Вот у меня же там паук теперь еще сидит вон там. Ой. За корой он. Это самый птицеед? Ну, это, по-моему, птицеедов или древесника, который авикулярия. То есть он был авикулярия, а теперь он карибен и версиколор. Вот это то, что мне на день рождения притащили и вот запустили сюда. Я разумею латинскую мову. Ага, я тоже, поэтому. Ну и вот эти вот лягушечки, которых я в луже наловила. Вот они. Вот это такие самые обычные. Да, они у меня. Классные. Нет, это прудовые. А вот это прудовая зеленая. Ну вот та тоже прудовая, просто она коричневая, да, у нее морф такая. Понятно. Классно. Растут. То есть они уже, да, там два раза выросли. Да, вот. Тепло, сыро, кожа. Ну вот, все, а больше у меня звуков особо никто и не произносит. Ну, на сегодня, ладно. Да. К весне вернемся к этому вопросу, ага. Когда они петь начнут. Посмотрим, да. Но на самом деле, надеюсь, что не начнут. Это у меня будет не очень хорошо спать. Надежда — глупое чувство, как сказал Макс Фрай, был прав. Ну да. Тогда ушла до кучи действительно, чтобы сверчков записать. Запас карман не тянет. Ну, они сейчас увидят, что к ним лезут, и замолчат. Могут. Они же палят. Ты уже выключился сейчас, подзагрузится. А сычей, ну, не знаю, мне можно, в принципе, оставить будет штуку. Я как-нибудь ночью их тоже весной, ой. Они сейчас замолчали. Ник, знаете, я даже жене это в руки не даю. А, это ну, же рабочий инструмент. Нет, ну, может, как это, на что-нибудь другое попробовать. Так, батарейка села. Но у меня есть запаска.